Вот мы находимся возле Триеровского дома. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим всю эту красоту. Всем привет! Мы находимся в Триере, Триера дом. Посмотрите, какая красота здесь, все ручная работа. Из ореха сделано. Все ручная работа. Смотрите, какая-то все ручная работа, это все орех, вот это все нарезка такая сделана, вообще шикарно. Все ручная работа, прикиньте, это красота, вот это красотища. Представьте, как они раньше работали, мастера. Смотрите, какую красоту они делали. Кстати, 1307 год. Вот такая вот гробница такая. Вот где можно было раньше байщтывать, да? То есть рассказать о своих грехах. А вот они, знаменитые мышки. Триеровского дома. Оригинальная. На такой стене. Вот. Вот. Тут и крестят детей. Такая ванна сделана из мрамора. Вот он алтарь сделан вот под такой вот крышей. Смотрите, какая мраморная лестница. Какая точная работа. Какие колонны, все ручная работа. Тут похоронены приставы. Это красота. Все из камня вырезано. Красота какая. Посмотрите, какие стены. Все в оригинале, осталось еще. Такая вот красота. Все ручная работа сделана вот так. Представьте себе, как они раньше строили. Все это, особенно вот эта вот нарезка. Это все ручная работа из камня сделана. Представьте, какая красота. Да камера не передать, как люди старались. Все в оригинале сохраненное. Да? Кстати, здесь вот это. Вот раньше можно было здесь святую воду хранили, можно было брать. А здесь вот все в оригинале еще. И здесь стояли свечи, чтобы был свет. Еще видно, вот, что все черное в оригинале. Да? Вот, представьте себе, ну это окно, видать, его заделали. Такая вот красота. Вот мы подходим все ближе и ближе к самому главному алтарю. Там, кстати, рубаха или рубашка Иисуса в оригинале лежит. А эти ворота открываются один раз в год, когда проходит месса. Вот тут там, на улице. Вот в оригинале был потайной выход с кафедрали. Вот это красота. Кто знает, где это находится? Мы
мелочь приобрести. Какие двери в оригинале. Все вот из камня обработка, вот так вот, мы возле алтаря главного. Какая выпала. А внутри вон видно, где лежит рубах Иисуса. Ну прям в первом ряду. Мы стоим возле алтаря и смотрим в церковь. Представьте, бишоф или пристор здесь проводит свои мессы. И какой здесь эхо какое. А это стоит кайзерин Хелена с гвоздем, которым приковали Иисуса. Здесь вот такая потайная лестница спрятана. Вот здесь раньше не было таких, естественно, заборов. И вот видно, как лестница идет наверх, винтовая такая. И идет, и она прячется, что очень интересно. Она вот в эту колонну, вот она, дырка уходит и вот сюда проходит. Вот и идет туда. И там можно было спуститься. Такие потайные ходы были здесь. Вот и здесь у алтаря есть тоже такой потайной ход с винтовой лестницей. Смотрите, какая красота, все в оригинале. Такой алтарь. Это маленькая капелла в подвале дома Триеровского. Представьте, как шикарно все выглядит. Сколько потайных ходов, сколько всего, как инженеры старались. Не передать все, какая красота, как раньше инженеры, строители это все строили. Даже нельзя положить себе ума. Все. Ходов здесь. Гости. Такие вот потайные хода везде. Какие потайные ходы. Вот, а здесь хранятся святые масла. Вот они масла в оригинале лежат для крещения. Для всего. Так что, надеюсь, вам всем понравилось. Да. Буду рад вашим комментариям. И попрощаюсь с вами. До следующих видео. Пока.